Всем привет! Давненько не было разнообразных интересных подборок с товарами на всякий вкус и интерес. И вот я решил сделать такую подборку с 15 различными крутыми и полезными товарами, как для домохозяйки, так и для геймера и для рукастых мужчин. Заваривайте чаек и приятного просмотра! Бризер, или по-другому очиститель воздуха. Современные бризеры для квартир и офисов представляют собой группу специализированных устройств, производящих подачу в жилье или помещение приточного воздуха, нормализирующего воздухообмен и приводящего его в соответствие медицинским нормам. Бризер – устройство, способное выполнять несколько функций. Забор свежего воздуха снаружи, подача в помещение приточного воздуха, многоступенчатая очистка воздуха методом фильтрации, нагрев потока для поддерживания теплового режима помещения, создание разных режимов подачи воздуха. Вещь, как бризер в квартире или доме, очень пригодится, тем более с нынешней пылью на улице. Дышать-то хочется чистым воздухом в доме, не правда ли? Робот-пылесос с влажной уборкой. Чистый и уютный дом без пыли и долгих уборок звучит отлично, правда? А теперь представьте, что наведение порядка можно полностью доверить роботу, и вам даже не придется его чистить. Моющий робот-пылесос не просто пропылесосит, но и вымоет полы. Он самостоятельно очистит и высушит моющие насадки швабры, не отнимая ваше время. Это инновационный девайс выводит уборку дома на новый уровень. Распознает ковровое покрытие при помощи ультразвукового датчика расстояния. Он идентифицирует как тонкие, так и толстые ковры и автоматически увеличивает силу всасывания, чтобы их очистить. А если вы захотите, он упустит уборку ковров. Для этого нужно всего лишь дать ему команду. Крутые, недорогие беспроводные Bluetooth наушники. Одни из самых совершенных и качественных беспроводных наушников на сегодняшний день. Наушники мгновенно подключаются к вашему смартфону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Радиус действия 10 метров. Они практически невесомы, очень удобно сидят и не причиняют дискомфорта. Они очень практичны и являются одними из самых модных и трендовых аксессуаров среди молодежи. Данные беспроводные наушники порадуют вас качественным звучанием и приятными басами. Прекрасно работают в качестве гарнитуры. А когда вы начнете говорить через них, ваш голос услышат четко и ясно. Смартфон OnePlus 10T с глобальной версией и очень хорошей ценой. Устройство оснащено OLED-дисплеем 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 точек, 10-битной глубиной цвета и частотой обновления в 120 Гц. Экран поддерживает стандарт HDR10+. Конфигурация может включать 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной UFC 3.1. Производитель заявляет об использовании новой охлаждающей системы 3D Cooling System с самой крутой испарительной камерой среди всех смартфонов OnePlus. Аппарат несет на борту главный 50-мегапиксельный модуль с оптической системой стабилизации изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный модуль макро. Фронталка получила 16-мегапиксельный детектор. Смартфон OnePlus 10T содержит батарею емкостью 4800 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку SuperWalk мощностью 150 Вт. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 160 Вт. Набор столовых приборов из нержавеющей стали, включающий все самое необходимое, отличается современным и в то же время изысканным дизайном, а также качеством исполнения. Изготовлен из нержавеющей стали, за счет чего устойчив к коррозии, ржавчине, выцветанию и сколам. Набор рассчитан на 6 персон. Внешний твердотелый накопитель MouseSpeed с USB 3.1 плюс Type-C. По заявлению, флешка имеет очень хорошую скорость передачи. С помощью накопителя вы можете без труда переносить файлы со смартфона, планшета и компьютера Mac с разъемом USB Type-C на компьютеры с разъемом USB Type-A и наоборот. Вместительность можно выбрать от 64 ГБ и аж до терабайта. Благодаря скорости чтения 150 МБ в секунду вы можете быстро переносить файлы с высокопроизводительного накопителя интерфейсом USB 3.1. Теперь, когда у вас есть дополнительное пространство, вы можете снимать больше фотографий в путешествии, хранить больше фильмов, музыки, игр и других файлов.
Дизайнерская сумка для женщин. Отличная женская сумка в деловом стиле из натуральной кожи. Окрашена в модные цвета. Сумку такого типа удобно носить на руке или на плече. Она вместительна, можно разместить все нужные вещи и документы в ней. Преимущество компактной женской сумки для работы – это практичность, износостойкость, натуральные ткани и качественная фурнитура, наличие дополнительных отделений, водонепроницаемость, термостойкость, прочность и неприхотливость. Пылесос для сухой и влажной уборки одновременно пылесосит и моет пол и подходит для твердых покрытий. Больше нет необходимости подметать и пылесосить перед мытьем пола, так как пылесос сделает все автоматически, быстрее и более тщательно. Благодаря мощному двигателю он без проблем удаляет с пола стойкие и липкие загрязнения, не оставляя луж и подтеков, в отличие от других пылесосов. С легкой беспроводной конструкцией процесс уборки становится еще проще. В то время как другие пылесосы моют пол грязной водой, технология двух резервуаров предлагает новый уровень уборки. Грязная вода собирается в отдельном резервуаре без вторичного контакта с покрытием. А система самоочистки в один клик помогает всегда хранить щетку и трубку чистыми и без запаха. Винтажные настенные розетки и выключатели. Розетки и выключатели – это неотъемлемая часть домашнего интерьера. Для дополнения гармоничности и вкусового шарма композиции дизайнеры рекомендуют подбирать эту электронику в необычных стилевых вариантах. Любой винтажный выключатель проходит проверку и работает точно так же, как и обычный, но при использовании поворотных контактных переключателей, которые раньше устанавливались вместо привычных нам клавиш. Этот вариант включения контакта называется проходной ретро-выключатель. В тумблере используется контактная пара, запирающаяся и размыкающаяся при повороте, что считалось очень удобным в старину. Металлический конструктор «Сделай сам» – это прекрасная образовательная игра. Соединяя детали с помощью болтов и гаек, ребенок учится концентрировать внимание, развивает мелкую моторику. Игра с детским металлическим конструктором учит усидчивости и терпению. Навыки работы с гаечным ключом, несомненно, пригодятся мальчикам и в будущей взрослой жизни. Из набора детский металлический конструктор получится собрать отличную спасательную технику. Колеса его движутся, и с ним можно отлично поиграть. Заказать можно много разных конструкторов для постройки различной техники от мотоцикла до экскаватора. Цифровая рация с шифрованием мощностью 5 Вт работает в одном из диапазонов 136-174 или 400-480 МГц. Цифровой DMR стандарт радиостанции является достаточно распространенным и позволяет работать с многими цифровыми рациями известных производителей. Кроме того, радиостанция работает в двух режимах – в аналоговом и в цифровом. Это очень удобно при переходе с аналога на цифру, поскольку цифровые радиостанции более энергоэффективны. Полностью заряженного аккумулятора емкостью в 2000 мАч хватит более чем на сутки работы. Радиостанция имеет 1000 каналов памяти, поддерживает множество кодов, при помощи которых становится возможным делать индивидуальный вызов конкретного абонента. На основном LCD-дисплее цифровой рации показаны время и дата, зона, два выбранных канала, тип передачи, цифра или аналог, состояние батареи, тип мощности и уровень сигнала. В меню можно выбрать контакты, сканировать эфир, менять зоны, читать сообщения при цифровой передаче и менять настройки. Профессиональный инфракрасный тепловизор предназначен для проведения тепловизионной разведки, осмотра и выявления утечек тепла и детального анализа теплопотери. Прибор имеет широкую область применения как в строительной сфере, так и в отраслях ремонта зданий, автомобилей, радиоэлектронной техники, а также диагностики холодильного и вентиляционного оборудования. Ключевыми особенностями данной модели являются высокоуровневая защита корпуса устройства от пыли, брызг и падений, встроенный емкий аккумулятор, высокое разрешение инфракрасного луча, широкий диапазон изменения температур, сохранение на карту памяти снятых термических фотоизображений, а также возможность подключения к ПК для просмотра и анализа отснятого материала. Беспроводной дверной звонок подойдет тем, кто не хочет тратить время и силы на сложный монтаж и прокладку проводов, кто не хочет портить ремонт, сверлить стены или привлекать специалистов для установки. Решение подойдет, если у вас большой дом и нужно охватить большую площадь. К примеру, вы сможете разместить одну базу на первом этаже, а вторую на втором. Кнопка вызова общая. Беспроводной звонок отлично подойдет для квартиры, офиса, сервисного центра и так далее.
Основное преимущество данного звонка – это то, что он не требует монтажа и прокладки проводов, а подключение у вас займет не более 5 минут. Максимальная дальность передачи сигнала – 300 метров. Робот-пылесос для чистки окон с высоким всасыванием. Мойка окон не только занимает много времени, но может быть и весьма опасной, если речь идет об мойке окон снаружи помещения. Но не тогда, когда у вас есть такой робот-помощник. Ведь он отлично справится с мойкой витрин, зеркал, стеклянных перегородок, окон внутри и снаружи здания. Подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Принцип работы достаточно прост. Установленный вакуумный двигатель всасывает воздух через специальные отверстия в чистящих колесах. За счет этого робот с легкостью удерживается на любой вертикальной поверхности. Движение по стеклу осуществляется с помощью поочередного вращения колес. Робот автоматически подбирает оптимальный маршрут, но также представлена возможность управлять мойщиком с помощью пульта дистанционного управления. Робот для мойки окон работает от сети, но на случай отключения электричества в нем предусмотрен встроенный аккумулятор. Компактная и стильная клавиатура с RGB-подсветкой, предназначенная для оптимального комфорта и производительности. Ее миниатюрный размер позволяет сэкономить пространство на столе, предоставляя все необходимые функции и возможности полноценной клавиатуры. Благодаря своей компактности она имеет высококачественные механические переключатели, гарантирующие точное и отзывчивое нажатие клавиш. Независимо от того, играете ли вы или на работе, клавиатура обеспечивает быструю и точную реакцию на каждое нажатие. Кроме того, клава оснащена функцией антигостинга, что позволяет нажимать несколько клавиш одновременно без потери сигнала. Еще она оборудована настраиваемой RGB-подсветкой, которая создает яркие и красочные эффекты освещения. Вот такая подборочка сегодня получилась. Пишите в комментариях, какие товары вам больше всего понравились и что бы вы хотели заказать. А также обязательно жмите на лайк, если видео вам понравилось. Ну и можете подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски полезных и интересных товаров на любые тематики. Спасибо всем за просмотр, скоро увидимся!